культура, творчество, искусство. Они всегда помогали людям, даже в период самых сложных испытаний. Воодушевляли, объединяли, давали силы. Пишешь музыку и снимаешь кино, ставишь спектакли, бережно сохраняешь культурные традиции своего народа, хочешь создать выставку или музей? Твое время настало. Собирай команду единомышленников и оформляй свою креативную идею в заявку на грант на сайте фондкультурныхинициатив.рф и получи государственную поддержку на ее реализацию. С 20 октября по 17 ноября Президентский фонд культурных инициатив проводит заявочную кампанию грантового конкурса для поддержки проектов в сфере культуры, искусства, творческих и креативных индустрий. Твой проект уже ждут. Не упусти свой шанс. Время действовать. Время побеждать. Очень близкую историю для каждого жителя Архангельской области привезли на кинофестиваль «Arctic Open» детям создатели киноленты «У самого Белого моря» режиссер Александр Зачиняев и исполнитель главной роли Никита Манец. Приветствую вас, Александр. «Белое море» — это, ну, для нас это практически священная тема, соответственно, конечно же, мы не могли не пригласить, но, как оказалось, это еще и действительно очень интересная, в том числе и детская история, хотя и взрослая тоже. А вот, расскажите, как нашли сценарий, ну и как развивались события по съемкам? Сценарий мой. Я сам его написал, будучи студентом в ГИКа. Уже на последних курсах я написал эту историю. Отдал на конкурс внутривгиковский, такой проходит каждый год, и он у меня там выиграл. После этого он попал в руки редактора Мосфильма, и они отдали сценарий Карену Георгиевичу Шахназарову. Он его прочел, мне позвонили, сказали: приходи. Я пришел к нему на встречу, он сказал: сценарий неплохой, но давай немножко доработаем. Мы немножко доработали, и через там некоторое время, в общем, сценарий был готов, и он дал ход, я имею в виду Карен Георгиевич, чтобы история пошла. Съемки начались, подготовка началась и так далее. А зрители, это ведь фактически премьера или прям премьера-премьера здесь, в Архангельской области? Нет, премьера уже была давно относительно, и даже прошел прокат полноценный. Он закончился, если я не ошибаюсь, в октябре, в начале октября. Но фестивальная жизнь продолжается, мы его катаем. И большое спасибо за приглашение, кстати. Вам спасибо, тем более, что начали вы в городе Няндома. Да. А это просто потрясающие отзывы, которые летят сейчас из Няндома и по телевизионному направлению. Угу. А сейчас уже и зрители телеканала «Регион 29» могли увидеть то, как вас приветствовали, потому что для таких городов это действительно событие. Расскажите, как встречали люди. Очень здорово. Я, во-первых, надо сказать, что я был удивлен, потому что Няндома город маленький. А по сути, как я выяснил, это бывший поселок городского типа, даже можно так сказать. Там совсем немного жителей. Но когда мы пришли в кинотеатр, я обалдел, потому что уровень экрана, уровень звука, уровень зала самого, сидений зрительских, Ну, в Москве не везде так, скажем честно. Вот. Ну и зрители, конечно, потрясающие. Они очень хорошо восприняли, и были вопросы интересные из зала. Вот. Видно было, что такое живое общение. Ну, здорово. Это одним словом. И вообще здорово, что кино идет по стране и в малые населенные пункты, потому что, ну, такого не было давно, а, наверное, и никогда. Вот. Ну, во всяком случае, в новейшей России. Поэтому это здорово, что это все развивается, что есть такие возможности, появляются возможности, чтобы зритель во всех уголках мог смотреть кино, встречаться с создателями, с актерами, с режиссерами и так далее.
Поэтому... Никита, ведь у тебя тоже... Да, это тоже один из первых опытов, таких прям масштабных. Ну, у меня спектакли были, я играю в театре Сергея Безрукова, Большой губернский театр. У меня играю в спектакле «Джим Хокинс», «Остров сокровищ», и я, ну, после спектакля я спускался, у меня находили зрители, дарили мне подарки разные, и опыт какой-то был. Ну вот здесь прям весело, да, все здесь проходит. Прям было весело, много людей очень радостных, добрых, великодушных, с интересными вопросами, повторюсь. Очень круто и очень тепло нас встретили зрители. А мне вот всегда интересно, режиссер, понятно, расскажет, о чем фильм. Вот ты для зрителя телевизионного можешь рассказать, о чем этот фильм? Твоя версия. Фильм о том, что... Ну, сама суть фильма в том, что человек... Ну, три человека на острове. Один старшего возраста, другой среднего возраста и я. Ну, подросток. И мы оба, ну, трое оказываемся на замкнутом пространстве. И получается, дед Николай, он уже в пожилом возрасте, старшее поколение, и он уже натворил ошибки, но он может еще их исправить. Есть еще время. Но наоборот. Это наоборот, да. У него нет времени, а у среднего возраста, у полицейского, у Андрея, у него есть еще время, хотя он натворил ошибок. А я еще не натворил ошибок, но собираюсь. Но могу их натворить. И получается, дед Николай, он пытается, он это все видит и пытается это как-то предотвратить. Как-то вот так вот. А где снимали? Под Питером. Мы снимали под Питером, на Финском заливе. Вместе под названием «Сосновый бор», но это моя личная боль, потому что я очень... Нет, все прекрасно, место замечательное, все очень хорошо. Но я мечтал снять это в Белом море, на Белом море, на острове. Более того, я даже ездил на остров Большой Жужмуй, который находится здесь недалеко, между Кемью и Архангельском. Вот, там потрясающий остров с маяком настоящим. Уже, правда, все заброшено давно, но тем не менее... Но это, к сожалению, довольно сложно производственно и финансово, поэтому нашли другой выход и сняли, я думаю, не хуже. Нашли правильные планы, правильную природу, так что... Но если сценарий Карен Шахназаров одобрял, то кто одобрял главного героя, актера? Я и продюсер Федор Попов, это кинокомпания «Гиг Дебют», куда, собственно, Карен Георгиевич отдал эту историю вместе со мной, чтобы мы это все создали совместно. Поэтому у нас был долгий довольно-таки кастинг, мы долго искали. Но когда пришел Никита, лично мне было сразу понятно все. Правда, продюсер не сразу как-то он так поосторожничал, но я схитрил немножко, и, в общем, Никита попал к нам, все хорошо. Я вот просто наблюдаю, у вас такие отношения все-таки, как мне показалось, как между тренером и спортсменом, потому что Никита спортсмен. А правда ли я ошибся? У нас скорее просто дружественные отношения. У меня есть другой тренер. К сожалению или к счастью, я не знаю. Но мы, наверное, просто хорошие коллеги и хорошие друзья. А вот, кстати, спортивная подготовка была важна? Конечно, конечно. Да, вообще, я так скажу, что что касается мальчиков, если они занимаются спортом, тем более там серьезно или просто спортом, они, конечно, другие, в принципе, другие. Они более дисциплинированы, они более подготовлены, выносливы, потому что кино – довольно тяжелый процесс. Это, ну, кажется, что вот мы все аплодируем, разговариваем, в тепле все красиво одеты, ковровые красные дорожки. На самом деле съемки – это совсем не так. Ну, это грязь, как правило, это всегда долго, муторно, тяжело, через страдания какие-то все это добивается. Поэтому, когда, конечно, ребенок физически готов и морально готов, когда у него есть внутри вот чувство соперничества с самим собой, когда он может преодолевать себя, ну, конечно, это огромный плюс. Когда ребенок не рафинирован, когда он, ну, не боится окружающей среды, скажем так. Но ведь у тебя очень серьезные успехи спортивные. Расскажи об этом. Ну, я профессионально занимаюсь в Олимпийском спортивном резерве ЦСКА.
Я выступал на первенстве России в Адлере, по-моему, в 2019 или в 2020. Я вру, в 2020, вот точно. Это было летом. Я приехал, выступил, в забеге я прибежал первый. У меня был идеальный финиш. Я обогнал 5 человек на финише на последней 100-метровке. Дистанция 1000 метров. Но, к сожалению, я не попал в финал, и у меня по итогу на России на километре было 17 место. По Москве занимал первое, второе, третье. Стабильно у меня вторые, третьи места. Ну, золотая середина больше всего. И у меня второй взрослый разряд. Я больше всего выступаю на 400 метрах. Но вот последнее время я пробежал в октябре соревнования километр, 1000 метров. И я пробежал очень хорошо, хотя этого никто не ожидал. И результат поразил и тренера, и меня, и маму. И в спорте у меня довольно-таки неплохие успехи. Но хотелось бы лучше, конечно. Во всем хочет быть лучшим? Ну, да, старается. Старается, это правда. На КМС собирается сдавать, да? Да, но КМС я собираюсь закрывать в следующем году, зимой. А в этом я планирую закрывать первый взрослый разряд на дистанции 600 метров. Ну вот Александр, наверное, как в том числе и наставник, советчик, больше видит молодых людей, которые совмещают и то, и другое, да? Угу. Ведь часто не получается в итоге нигде. Надо сосредоточиться, как считаете? Ну, конечно. Я думаю, что это больше, наверное, зависит от родителей, потому что часто бывает так, что родители суют ребенку и туда, и сюда, и через «не хочу». Мне кажется, это не совсем верно. Вот. Надо все-таки отталкиваться от желаний самого ребенка, направлять, стараться. Вот. Ну да, конечно, тяжело. Ну вот Никита, например, даже я на самом деле этого не знал. Я недавно от него это узнал, что во время съемок, особенно сложных сцен, сложных дней съемочных, он готовился к ОГЭ или как это экзамен? ОГЭ, экзамен, промежуточный какой-то экзамен в школе. И они, оказывается, вторым режиссером в перерывах занимались математикой. Пока мы там бегали с языком на плече и что-то снимали, ну, параллельно. Но, с другой стороны, это тоже хорошо, он переключался. Тогда же мама рассказывала о том, что на кинофестиваль тоже приехать не сразу удалось, убедить тренеров, потому что там есть дисциплина жесткая. Да. Но добавлю к тому, что я учил математику во время съемок. Я перед сменой тренировался 2 часа. Да. И после смены тренировался 2 часа каждый день. Да, точно. Ходили бегать у гостиниц. Вот, и, кстати, зрители внимательные обратили внимание, и сейчас много об этом говорят, о том, что есть и пара киноляпов в картине. Угу. О чем говорили зрители? Ну, в Няндаме мужчина, рыбак, ему не очень понравилось, как Борис Сергеевич Галкин забрасывал сети. Ну, немножко не совсем правильно, скажем так, по науке он это делал. Ну, понимаю, наш недочет, будем работать, исправлять. Вот. А больше я, честно говоря, а как, может быть, я даже не знаю, что еще было с киноляпом. Я-то знаю кучу киноляпов, я просто знаю это изнутри, и я наоборот сижу и думаю, ой, ничего себе, не увидели, не заметили. Думаю, ну, слава богу. Я тоже знаю некоторые киноляпы, которые в зале не назвали. Вот, ну, не будем их называть, да? Да, но девчонки обратили внимание, что ты подстригся. Да, сказали вернуть кудряшки, потому что девочкам так нравится. Ну, вообще ты чувствуешь уже какую-то популярность? Да, вроде как да, то и вроде и нет. Мы все одинаковые люди, все равноправны, и все могут чего-то добиться. Да-да-да. Да-да-да, взрослые дядьки такие переглянулись. Вот фестивальные истории вообще для фильма, они насколько важны? Ну, важны, потому что, как правило, на фестивалях происходят знакомства. Приходят же, ну, разные люди смотреть картину, и продюсеры, и, ну, да масса, как бы, индустрия, как бы, существует, да, в которой, конечно, ну, можно найти какие-то еще параллельные знакомства, что-то обсудить, или какой-то совместный проект, например, вдруг может зародиться даже на фестивале.
Вот. А, конечно, когда получаешь премии, особенно премии большие, там фестивали класса А какие-то, конечно, это и для проката очень хорошо, в принципе. Ну и для режиссера, и для актеров. Ну, для актеров, в принципе, конечно, это сразу большой плюс, потому что там полные метры, большое кино, это всегда важно. Это всегда в портфолио, это видят также и агенты, и все-все-все-все-все. Поэтому, да, полезно. А как так получилось, что еще и сами написали сценарий? То есть образование достаточно широкого профиля? У меня сценарно-режиссерское образование, второе высшее. Первое образование у меня актерское. Я закончил Щукинское театральное училище, поработал актером, поработал в сфере озвучания, дубляж, закадр, и как актер, и как режиссер. И потом я, в принципе, сначала начал что-то писать. Ну, как обычно, все начинается со стихов, потом какая-то проза пошла. Потом я познакомился с ребятами из ВГИКа, и я писал им этюды. И как-то раз я пришел к ним на показ, посмотрел, что они сняли, и подумал, что, может быть, у меня получится, ну, как минимум, не хуже, чем у них. И решил попробовать поступить. Поступил на сценарно-режиссерский, мы и писали, и снимали. И, собственно, я вот сейчас третий проект, сериал для канала НТВ, тоже писал сам. Ну, у нас команда была, конечно, я не один, там был три человека. Вот, сериал большой, 12 серий. Вот, да, но мне, честно говоря, так проще. Так а вот история «У самого Белого моря», она... Вот откуда она родилась? Тут нужно сказать спасибо моему папе. Он у меня киноман, и когда я поступил во ВГИК, он мне стал накидывать идеи сразу. И по поводу этой истории он мне сказал: слушай, ну хорошо бы какую-нибудь историю, где будет мало актеров, мало героев, мало слов, много природы, может быть, остров какой-нибудь, может, какой-нибудь дед, может, мальчик попал на этот остров. И он мне накидал такие реперные точки, за которые я ухватился, и дальше уже собрал эту историю как конструкцию. Это не моя личная боль или моя личная внутренняя какая-то там переживание или моя жизненная история. Нет, у меня в этом смысле, слава богу, все в детстве было полноценное, подобных переживаний не было. Придуманная история от начала до конца, но, конечно, ну, как все мы, я вижу какие-то вещи, я вижу какие-то проблемы, какие-то боли человеческие, семейные, например. И, как Никита уже начал говорить, это вообще история про мужчину в принципе. Так, собирательный образ из трех – молодой, средний, старшее поколение. И такая попытка даже для самого себя порассуждать, что значит ответственность для мужчины, выбор, тяжесть этого выбора и так далее. Поэтому как-то так. Тебя вообще эта история чему-то научила по поводу выбора как раз? Ну, эта история фильма научила меня тому, что... Ну, она меня изменила, можно сказать. Изменилось отношение к родственникам, к родителям. И стал задумываться о том, что сейчас не нужно косячить, делать какие-то ошибки, потому что в будущем ты их можешь не исправить, или это будет очень тяжело. И это может испортить твою жизнь. Вот ты рассказал как раз о том, что в театре Безрукова, и какой-то выбор все равно в ближайшее время надо будет делать. Да. Сергей частенько бывает в Архангельске, и вот весной он рассказывал о том, что набирает курс, да, и это случилось в этом году, наконец-то. А уже каким-то образом наверняка всех, кто соприкасается с его театральной деятельностью, это замотивирует на дальнейшую работу. Ну, к сожалению, в этом году я не попал по возрасту. И в следующем, через 2 года, по-моему, я уже попадаю и буду пробоваться. Ты все-таки задачу для себя такую ставишь? Хотелось бы попасть в его команду. Хотелось бы. Но это не точно. Также планирую поступить в ГИТИС, либо в Щукинское училище. Ну и планирую совмещать, конечно же, спорт, потому что моя мама очень сильно любит спорт. Вот как-то так. Да, мама классная. И про планы мы все узнали, да? Угу. Соответственно, хотелось бы поинтересоваться, что в работе, чего ждать, может быть, на следующих кинофестивалях? В работе сейчас сериал. Мы его уже закончили снимать. Сейчас идет
так называемый постпродакшн, монтаж, цветокоррекция, ну, готовится, серии готовятся к эфиру, скажем так. Мне все время интересно было, почему никто не говорит название, пока в лоб не спросишь? Название «Пазл». Оно не говорят, вот. Объясню почему, потому что, как правило, зачастую это рабочие названия, потом это называется часто по-другому, ну, картины там или сериалы. Вот. Но пока рабочее название «Пазл». Думаю, что после Нового года он уже будет в эфире. Ну, посмотрим, там уже все зависит от сетки, как там распределят, не знаю. Но должны сдать до Нового года, закончить. А, и есть два предложения, пока таких косвенных, еще не подтвержденных. Тоже это полнометражная история. Вот. А, но в связи с ситуацией сегодняшней, немножко там какие-то идут еще договоренности разные, поэтому пока ждем. Пока ждем, но пока есть чем заниматься, надо закончить сериал, а дальше уже, дай бог. Да, ну, удачи, и будем ждать новых работ, в том числе и на фестивале Arctic Open. Спасибо. Спасибо большое. Напоминаю, что детская программа в этом году на Arctic Open выведена в отдельный практически фестиваль, но это не значит, что в декабре традиционно не будет картин, которые зрители Архангельска уже привыкли видеть на киноэкранах. Поэтому ждем 2 декабря.